Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Бравл Старс. Так, посмотрим-ка на наши новые задания, если таковые у нас есть. А они есть. Так, Би. Надо за нее поиграть. Тут нам надо нанести 100 тысяч единиц урона. Ага. Ну, слушай, прекрасно, в принципе, ребят. В принципе, норм. Так, горячая зона. Так, Би. И горячая зона, я думаю, будет самое то, что нужно. Хотя тут еще захват кристаллов или парное столкновение. Лучше, конечно, будем захватывать кристаллы. Тут нокаут. И тут у нас Джесси, Пока или Перл. Но вот это вот задание, например, можно было бы, ребят... Ага, не сменить. Жаль, жаль. Ну что, поехали. Берем Би и идем на горячую зону. Би, я надеюсь, ты не против. Главное, чтобы эта зона горячая была. Я ее не вижу, ребят. У нас нет горячей зоны, к сожалению. Ну что ж ты будешь делать? Ну ладно, если нет горячей зоны, пойдем тогда с тобой. Ну, захват кристаллов остается. Не, можно в нокаут пойти. Ну, я думаю, что в захват кристаллов все-таки. Рванем. Да, я думаю, так будет интереснее, веселее. Так, это что-то тут у нас как-то крот. Новый герой опять, что ли, какой-нибудь? Ну что, я побежал, короче. Блин, у нас сопляжу, ребят. У нас, к сожалению... А может быть, к счастью, я не знаю. Но сопляжу. Так, чпокнул. Сопляжу, и вали нафиг. Блин, меня атаковали, ёпрасоте. Да этих сопляжу вечно нету нигде, блин. Один бегаешь там, блин. Да ёпрасоте, ну. А где все кристаллы-то? А, кристаллы все у нас. Ну пускай бежит сюда, ё-моё. Понятно, побежал он, как же. Так, ребят, грибник. Да, блин, трэш какой-то. Сопляжу, опять погиб. Пока нифига не хилит, я не знаю, ребят. Я пойду попробую захватить кристаллы. Захватил кристалл. Ну, ну чего вот этот сопля, вот идет, он даже ничего не делает, ребят. Просто ничего не делает. Ты понял, что он делает? Потерял, гад, кристаллы. Ну забирайте кристаллы-то, ёпрасоте, блин. Он, походу, даже до кристаллов не дошел. Идиота, кусок. Трындец. Я ненавижу, ребят, когда в команде у нас вот это вот дерьмо, блин. Понимаешь? Я ненавижу его, блин. И я ненавижу, когда за него играют. Вот поверь мне. Терпеть не могу, на дух просто-напросто эту соплю, блин. Особенно, когда он сам-то по себе дерьмовый, блин. Так еще, когда за него играть никто не умеет, блин. Но тут, я думаю, норм. Хотя вот Пайпер, ладно. Я думаю, что Мортис, в принципе, с Пайпер должен справиться, если правильно разыграет. Ну, карта, как говорится. Вон она, Пайпер вшивая. Она прячется там, ребят. Тут идет этот. Да ё-моё, картами своими дебильными, блин. Сейчас Нит это играется, чувствую я. Я говорю, что Мортис будет, ребят, с ним справляться. И очень неплохо. Так, гриф этот дебил. Недобитыш. Да мне пофиг, у меня кристаллов все равно не было. Be cool.
Лишь бы они там сейчас не тупанули. Я бы на их месте бы, особенно на... Еще не творят. Акцентируют. Они акцент сделали именно на Нита. Ну и прекрасно. Просто идеально. Найс, выиграй, выиграй. Да, нам еще играть и играть. Блин, играть снова надо было нажать. Я постоянно забываю нажимать на играть снова. Слушай, какой-то такой задний фон, как будто где-то в подземке, да? Смотри, там кости шевелятся, черепки моргают и крысы бегают. Ну-ка, заценим, что тут у нас, ребятулечки. Так, опять гриф. Кто там? Гриф Би... Гриф Би... А, и Барли, а у нас Джеки и Тик. Ну, Тик, в принципе, ребята, может их забомбашить. Если правильно разыграет карты. Барли снесло этим, что ли? Я понял. Барли, ребята, снесло... Блин, меня разорвало. Нет, Джеки, конечно, молодец, но лезет она, по-моему, зря туда. Да куда ты там, хмырь болотный? Смотри, что сделал. Тварь, а? Джеки только отдупляется, друзья мои. Опа, хорош. Хорош. Отлично. Нормально. Ну что, я думаю, ребят, шансов у них уже на победу, наверное, не будет. Я так думаю. Да, сдулись охламоны. Ну и прекрасно. Это очень хорошо. Ребят, мы получаем с вами 11 уровень и... Нам еще играть и играть. Три победы нам нужно сделать. Тут уж никуда не денешься, к сожалению. Так, а у нас здесь билет, оказывается, есть. Я его не заметил. О! Друзья мои, тысячоночку. А нам подогнали. 1000 монет, это, считай, один скилл. Ну, вкачанный на 7 уровне. Я про это имею в виду. Ну что, я готов. Так, Пайпер, ну, в принципе, блин, Пока, конечно. Два, у нас Рика, у них Рика, да? Ну, сейчас посмотрим, что тут у нас получится, друзья мои. А что, Рика там побежал в шивы, да? Да ядрен, матрен. Так, ну этот ультус фейлил. Этот ультус фейлил. Единственное, что, ребят, у них на один кристалл больше. Да какого... Правильно, Пайпер, давай, 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 давай. Пайпер, вали их нафиг. У них 5 кристаллов, друзья мои, уже. Кто-то ходит с огромной кучей кристаллов. Да ядрен, матрен. Пайпер, ты издалека будешь бомбить сегодня или нет? Че ты прыгаешь, тварь, туда, блин? Идиотина, блин. Отлично, спасибо за кристаллы, ребятушки. А мы пойдем отсюда. Да ёпамаковка, ну! Никого нету, идиотов этих вообще нету никого, блин. Придурочные, блин. Ну вон, блин, Рика, ну! Пайпер, блин.
Этот Рика играть ни хрена не умеет, блин. Не прикроет лишний раз, ничего не сделает, блин. Да ну, блин, дебилов команда, блин. Просто дебилов команда, блин. Я взял, я побежал. Меня никто не прикрыл, никто не пошел кристаллы эти забирать потом. Ай. Я говорю, попадется команда придурков. Стой, мучайся, блин. Ничего ты с этим не сделаешь. Говноед, одним словом. Блин, стараешься, блин. И все, коту под хвост, блин. Ну, молодцы, хоть здесь запинали, красавчики, умницы, блин. Не дали им тут, говорится, слабины, блин. Да иди ты. Нормально все, тут хорошо бомбанули. Готово, вшивая. Так, ну чё, я, наверное, мух вызываю. Пчёл, мух. Вон они стоят. Да и... Восьмибитка, блин. Они стоят, почему, блин, не могут прикрыть ты меня вовремя? По красоте. Каратист хоть здесь, блин, нормально сыграл. Да, иди ты. Расстрелялась там. Все, разорвали мы их. Восьмибитка нормально тут играла. Ну, в принципе, каратист. Такой поджопников там надает. Накидывает им всем. Так, ну что, ребят, два задания выполнено. Угу. Дай-ка я, наверное, заберу билетик, если мне дадут, конечно. Упс, а билетик-то и не дали, друзья. А что у нас по подаркам? Пойдем сбегаем, посмотрим. Оу. Мега ящик, ну, как всегда, фуфловый какой-нибудь. Бесплатные они всегда, ребят, фуфловые. Да, ничего такого там. Блинки только дают эти и все. Ну и три креста. Оу, а, это скин. Нет, ребята, это новый боец Бонни. Бонни переполняет безудержная и глубоко разрушительная энергия. Ее главная мечта — чтобы ею выстрелили из пушки на Луну. А, так это, оказывается, девочка. Я всегда думал, что это мальчик. Ну что же, ребята, на халяву получили персонажа. Это круто. Да ладно, еще что ли один? Вау, новый боец Колет. У Колет есть плакаты и фигурки всех бойцов Бравл Старс. Можно ли ее назвать одержимой фанаткой? Да. Но окончательно ли она сошла с ума? Тоже да. Ха, два персонажа, друзья мои. Это что-то с чем-то. Теперь мне есть... чем заняться? Конечно же, прокачкой. А сколько сундуков-то у нас тут? О, значок. Отличный. Так, силы, кристаллы. Опа, это скин. Да, ребята, это новый скин на Барли. Я, наверное, его и возьму. Плюс еще значок на... ой, на Барли. На Рика, конечно же, ребята, это же Рика. Что это, попутал я немножечко. Все, да? И плюс еще значки. Эпические. Так, это нам дали на Шелли. Так, 50 монет. Еще один эпик. Это 100 сил, ребят. Редкий, 25 силы. 50 силы. Там, ну, в общем, пока дают только сил. 50 монет. А, 10 звездочек вам дали, да, там? 25 силы. Мифик. Герой? Оу, новый боец Берри. В кондитерской Мэнди вечно все вернем. Однако Берри не спешит оттуда увольняться. Может показаться, что он ненавидит свою работу, но в конце смены на его лице появляется улыбочка. Такая татуха. Слушай, ну это ж ништяк, ребят.
200 монет. Три персонажа за одну игру получить, это, я считаю, для меня это круто. Мифический опять, ребят. И это иконка игрока, какая-то сумочка. Ничего, мифик. Да ну, ну 200 сил, ну куда, ну. Супер редкий. Так, 100 монет. Сколько там дали-то, я не могу понять. Звездочки-то эти. Так, удвоитель опыта. 50 монет. 50 монет. Все, пошли одни редкие, ребята. У нас Куйка. Так, опыт умножит. Эпик опять. Ну, Фрэнк. Нам только дают силу и монетки, ребята. И причем этого всего так мало. Ну и еще редкое умножение на опыт. Мифик. 200 сил, конечно же. Эпический. Мифик, что? 200 кредитов. Ну вот это уже получше, ребят. Нам еще 700 кредитов надо. Да сколько там звезд-то нам надавали, ё-моё, я не посмотрел. Все, по-моему, кончились, ребятушки. Ух! А это кто такой? А, это Пэм так выглядит? Уникальное оформление. Это же Пэм? По-моему, это Пэм, ребят. Кровавый бумеранг. А это что такое? Для покупки заряда... это на Мортис? Нифига себе. Кровавый бумеранг. А это гиперзаряд для Тары. Вот она, Тара. Сквик. Слушай, ну неплохие тут акции, я смотрю, друзья мои. Так, это мой подарочек. В общем, удачно я зашел в игру. Три новых персонажа для себя сегодня получил. Чего очень даже не ожидал. Классно. Так, ну нам надо играть дальше за Би. Вот жалко, горячей зоны, конечно, у нас нету. В нокаут, что ли, пойти с Би поиграть? Нокаут-то есть? Нокаут есть, ребят. Ну что, попробуем? Да, я, конечно, ей не особо хорош. А тем более в нокауте. Нас там будут рвать и метать. Как, я не знаю, кого. Меня с... О-о-о. Да. Биби, шмиби, все дела. Ну ничего, попробуем, ребятушки, а что делать-то? Так, вон он, Крабковский там стоит. Да не подставляйся ты к нему туда. Пипец. Да как так-то? А, ну мне же писали, ребята, что в ближнем бою к нему лучше не подходить. Я буду немножко зол, если мы еще и проиграем. Это что за нубло-то вообще играет здесь, ё-моё. Опа, у него еще суперудар был. Ну что ты... Кретина кусок. Просто, ребята, кретина кусок. Я тебе серьезно говорю. А не краб. Идиот. Просто идиот. Конченый. Да ёппара СТ засветился. Да краб, уйди ты в шивы, дебил, блин. Я сюда пойду. Понятно все, с Биби, короче. Она здесь, он прячется в кустах. Есть. Так, ничья пока. Есть еще, ребят, шанс отыграться. Да, краб, иди отсюда лучше, блин. Ну
Ну, краб, ну вольну уже сейчас тебя, ну. Не, нормально. Фух. Прекрасно. Так, нам надо еще играть, ребят. Блин, Биби согласился тоже играть. А-а-а! Не совсем хорошо, ребят. Не совсем хорошая команда у нас получается, но... Что я могу сделать? Ой-о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 й. Пайпер это, блин. Плохо. Сейчас будет шмалять сюда, как всегда. Ну, Биби, ну сейчас же шмальнут. Так, ну и осталась одна пайка. Хорош, добегалась. Ну и зачем ты эту лужу сюда поставил? Барли, ну чего ты чудишь, а? Вот это разве было нормально, ребят? Вот это вот нормально было? Просто пойти и так слиться. И один остался, вообще по красоте. Иди сюда, плешивый. Блин, мне его не взять, ребят. Мне его не догнать. Готов, хмырь, добегался. Да. Так, выиграйте 5 боев. Выиграл и нанес 50 тысяч урона, ребят. Эпик. Карлуша открыт. Опа, а здесь что у нас? 200 монет, ребятушки. Новый рубеж, еще 200 монет. Плюс билетик есть. Еще с одной звездой. Ну, понятно, редкая. Блинки эти. Так, по квестам. Я за нее сделал, да, задание получается. Так, вот теперь у нас здесь, друзья мои, Джесси, Перл или Пока. Джесси, Перл или Пока. Я не знаю, можно попробовать за Джесси, конечно, сыграть. А что у нас там? Скорость атаки Скрэппи увеличится вдвое на 5 секунд. А почему у меня вот тут ничего не стоит, интересно, не знаете? С какого перепуга я сюда? А это что у нас? Выстрелив патруль, Джесси восстановит ей... Да нет. Вот это вот будет поэффективнее, я думаю. Так, а здесь... Количество использования гаджета, наверное. Возьмем. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, ну что? Поехали. Поехали, ребята. Сыграем за Джесси. Раньше я Джесси вообще обожал. Блин, ну команда вот бомби нервирует. Ну, погнали, попробуем. Посмотрим, что у нас получится из этого всего. Шелли опять прыгнет. Я ненавижу, когда они вот так вот делают. Нифига я там подпал под заряд такой. Давай аккуратненько.
Хорош. Ну что, один на один. Шелли или Рика, тут одно из двух. Понятно все, короче. Он ее не подпустит к себе. Если она, конечно, не прыгнет к нему туда. Если он попадет под залп, это будет не очень хорошо. Он ждет, ждет. Что ты делаешь? Понятно, короче, все. Ты видел такого придурка? Да. Идиот. Эй! Вообще, блин. Ой, дуралей. Я офигею, блин. Вот этот, который тут стоял. Ё-моё, этот Леон вообще ни о чем, от слова совсем ни о чем. Да-да-да-да, конечно. Нет, нет, Леон, это не про тебя. Не, ну что, ну, конечно, тихушку там перебежал. Одна, они нам завалили этого, да? Ну, красавцы. Меня прижучили, ребят. Да, тут я ничего уже сделать не могу. Да и хер ты стоишь тут, тварь, блин. Идиотина, блин. Стоит, ничего не делает. Просто ничего не делает, блин. Идиотина, кусок дебилки, блин. Я не могу, когда бы, блин. По спине лопатой бы нахрен. Стоит, сопли там жует. Все пошли, блин, на передок, как говорится, блин. А это стоит там сзади, блин. Ублюдина, блин. Люблюдок, я не знаю, блин. По-моему, и то, и другое. Хер ли ты стоишь там, сопли жуешь, блин. Когда все, блин, дерутся. Бесит. Пайпер, блин, проснулась, твою мать, блин. Ну, возьми битку тут грохни. Фига. А где, интересно, этот, а? Что-то не то ты делаешь немножко. Так, ну здесь осталось. Ну, я думаю, что они восьмибитку вдвоем зафигачат. Надеюсь на это. Надеюсь, ребят, на это. Да. Я просто не могу, как эти лохи все стоять сзади, ребят. Мне надо обязательно вот сунуться вперед, блин. Ну, аккуратно, конечно, блин. Трик этот дебильный. Че, один на один? С восьмибиткой я. Ты смотри, что тварь делает, а? Готов, хмырь. Сори, вот именно что. Сори. Хмырье. Хотел мне подбить, а? Ты посмотри. Не тут-то было, хмырь болотный. Так, ну что у нас там получается, друзья? У нас еще получается. Так, ранговый бой. Ранговый бой. Блин, жалко, горячей зоны нету, а? У нас дуэли. Собери кубики усиления 25 штук. Не хочу я собирать усиления, если честно. Нанести 100 тысяч единиц урона. Блин, ну горячей зоны нет. Я бы в горячую зону, бы, конечно, сбегал, ребят. Ну, ее нету. Ограбление. А это что такое? Спанч Боб?
7 дней до начала. Интересно, что это за Спанч Боб? В поля медуз. В событии побежит команда, поймавшая больше всего диких медуз. Интересное событие. Такого ни разу, ребят, еще не было. Так, секунду. Нам нужно... ну нам же все равно урон. А пойдем тогда на кристаллы, ребят. На кристаллах все-таки быстрее набьешь урон. Потому что там появляются враги, появляются. Ты постоянно по ним бомбишь, бомбишь. Уж, друзья мои, извините, конечно, за мой французский. Как я тут ругаюсь по-французски. Всех обзываю это. Но ничего на самом деле плохого не имею. Ни против кого. Все играют замечательно. Просто я очень эмоциональный. Поэтому заранее извиняюсь, если кого-то обидел. И это не со зла. Это, девочки, не со зла. Как тусенок. Так, давай-ка постоим здесь немножечко. Ты что, ты какой-то замедленный? Это что такое сейчас было, я не понял. А кто лед-то? Он... Лед же у нас или нет? А, ну а почему у меня на этом льде? Мне главное. Пришлось не сладко. Вот это, блин, мне непонятно было сейчас. Бочка, бочка, твою мать. Ну динамайк этого. Молодцы. Молодцы, блин. Пошли, короче, этого хмыря бомбить. Где он там прячется? Нафиг ты еще в шипы-то залезла, блин, ну! Ну, я про Джесси имею в виду, про мою, блин. Нахрен полез в шипы! Ты хрена полез, блин. Да, тут я сыграл вообще, блин, хуже не придумаешь. Но я старался. Так тупанул, в шипы полез зачем? Ну их там не было, конечно. Это ты кактус, блин, подкинул их потом мне. Ой-ой-ой-ой-ой, этот обезьянка, я помню, что она делает. Блин. Да, вот сейчас начнет тут мозги компостировать, ребят. Как я, как этот последний из магикян. Он, видишь, он что прыгает. Да где мои заряды-то, твою мать, блин, ну! Ты маразм какой-то! Так, вот здесь, ребята, этот прячется. Я его выкурил, так скажем. Она нифига себе бомбит. Нормально? Хренеть, блин. Фига мне там расстояние. Моя так не бомбит турелька, блин, как у них. Пипец, именно по мне, блин, херачит и вот вонючая турель, блин. Да как так-то, блин? Ну чё, они сейчас где-то будут ныкаться в кустах, ребят. Нахерна тут турель-то стоит, блин, нет, толку никакого нет вообще. Вообще никакого толку от нее здесь нет. Так, ну все, Джесси, мы с тобой нанесли урон. Плюс билет, блин, получили. О! О, друзья мои. Еще немножко, еще 600 кредитов, и мы возьмем с тобой нового персонажа. Так, ладно.
Давай посмотрим, что. Посмотрим, ребята, наших новых персонажей. Колет, Берри и Бонни. Давай попробую одну партийку, ребята, за Берри. Это поддержка. Так, что у него тут есть? Взмахом хвоста Берри отбрасывает врагов и восстанавливает ближайших противников 800 очков здоровья. Область следующей основной атаки. Берри остается активной на 100%. Область следующей основной атаки Берри остается активной на 100% дольше. Че, блин? Область следующей основной атаки Берри остается активной. Ну, я не знаю, ребят, я возьму это. Союзником, взмахом хвоста. Так, на захвате кристаллов поиграю. Просто, ребят, для себя, чтобы, ну, хотя бы определиться, что это за персонаж. Не, ну я видел, что он как этот, бросает какие-то бургеры или мороженое, что-то такое. Сейчас посмотрим. Что он из себя представляет? Радужный единорог этот. Это вот так вот он делает взмах хвоста? Но у него область, как тебе сказать. Да, он мороженое, ребят, кто-то разбрасывает. Стоит тут рядышком. Ну тут да, тут чистогановская победа. Боты, наверное, ребята. Будет, скорее всего. Так, выиграй бой. А, у нас еще задание, оказывается, выиграть бой. 5 раз. Такс, я понял. Теперь давай посмотрим Колет. Фанатка, да, значит, бравлов. Фанатка бравлов. Ну, насколько я помню, когда она была в нашей команде, она очень неплохо бомбила. Она какая-то такая, типа стеричка, что ли, блин. Что-то там вытворяло всякие злые вещи. Пушкари я точно видел этот, который с пушки, любитель выстрелить. Он, по-моему, из пушки еще и бегает сам по себе. Пойдем попробуем. Посмотрим, что делает наша Колет. Каким-то сердечком бросаемся. Ого. Она что-то типа Барри, только... Ну, не знаю, назвать ее... Ого, нифига там. Ну, вот этот супердарк, конечно, надо, ребята, с толком применять, если честно. Потому что туда и обратно можно, конечно... Вот как сейчас только что. Я прыгнул туда и попал под ответку. То есть, как бы такое себе. Да чтоб тебе, я забываю постоянно про этот удар.
Вот это, конечно, мощно там поджигает землю, когда. Это прям по красоте. Из пушки вывалилось. Просто вывалилось из пушки. Так, понял. В общем, это была, ребят, Калет. И последний персонаж, которого мы с тобой сейчас потестим. Это... Блин, чуть-чуть не хватает до билетика. Это у нас будет... Ага, вот. Посмотрим. Также, ребят, на захватах кристаллов сыграем за нее разочек. Ну, команда, конечно, у нас фиг его знает. Тара, шарики и я. Блин, я не думал, что, ребят, я такой медленный. А я медленный, серьезно говорю. Вообще медляк. А что это вот ему из пушки? Понял. Это мой типа суперудар, да? Карлуша, Карлуша, Карлушечка. А я могу обратно, что ли, в пушку залезть? Понял. Но я тебе скажу, что в пушке я очень медленный. Прям такой медляк, что... Господи. Когда я бегаю, я намного бодрее, что ли. Бодрее, веселее, вкуснее. Да! Стоит! Ну, это боты, ребят, это боты. Потому что, ну, извини меня, ну, прям вплотную разносишь их им. Конечно, это боты. Но когда он в пушке, очень медленный, друзья мои. Вот когда он выпрыгивает, он как сумасшедший бегает. А вот в самой пушке... Трэш как медленно работает. Так, дайте мне 5 этих... Отлично, последний билетик забираем. Редкий. Тут легендарная звезда, друзья. О, да я уже почти дошел до этого. До престар. Ну что, друзья мои, на сегодня я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.